Глубиномеры часы с подводной лодки «Курск», затонувшие в 2000 году в Баренцевом море, стали центральными экспонатами выставки, посвященной 110-летию подводного флота. Экспозицию в Музее воинской славы и мечей сегодня открыли моряки-подводники. На выставке представлены все этапы становления глубоководного флота в России со времен деревянных фрегатов Петра I до современного атомного крейсера «Омск». Первыми посетили шестиклассники одной из омских гимназий, с интересом разглядывали раритетные фотографии, парадные мундиры офицеров и повседневную форму моряков, а также уменьшенные копии подводных крейсеров. Внимательно слушали и рассказы ветеранов про особенности военной службы, когда месяцами приходилось не видеть солнечного света. Большую, огромную помощь нам оказала именно общественная организация «Морское собрание». Они нам дали адреса, телефоны наших с вами земляков, которые в разное время служили на подводных лодках. Мы с ними созванивались, встречались. Кто-то к нам в музей приходил, кому-то мы домой ехали. И вот таким образом мы собрали архивы, в которые вошли личные вещи наших земляков.